Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля. Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Меня зовут Лерочка, мне 6 лет, я следующим летом пойду в школу. Мне вчера было очень страшно сидеть в подвале, я волновалась за свою собаку. Я боялась, что с моими родителями. Владимир Путин, убирайся с моей страны, с моей Украины. Привет, уважаемые друзья! Мы снова в прямом эфире продолжаем обсуждать то, что происходит вокруг войны. Шестой день этой войны, полномасштабное вторжение российских войск в Украину, и каждый последующий день он делает все менее возможным какое-то быстрое и нормальное завершение, потому что ситуация становится все хуже, все более драматичная. Я говорил в своем видео, когда вот буквально только началось, это было, по-моему, в первый день войны, я говорил о том, что если Путину не удастся в течение 3 дней сломить Украину, значит, ему придется применять какие-то преступные средства, потому что иначе ему придется отступать. А отступать, это значит, ну, для него это потеря власти, это просто развал России, потому что это одна из главных скреп России, то, что они всегда наступают, они победители, все их боятся, весь мир сплотился против них, но Россия выстоит. Но сейчас такая ситуация, что Россия даже не может победить маленькую по сравнению с Россией Украину. И, конечно же, то, вот о чем я говорил, оно происходит сегодня, потому что это уже не идет война против военной инфраструктуры, не идет война против каких-то военных объектов, против солдат. Нет, сейчас идет война против Украины. И вот эта вот бездарность генералов российских и их руководства, которые просто очевидно уже для всех, что они тупо просчитались с планами, потому что они, начиная это вторжение, были уверены, что за пару дней все закончится. Даже вот сегодня я видел видео в интернете, где солдатские телефоны, и там были эти переписки о том, что мы на пару дней, и то есть у них это все не вышло. И вот сейчас РФ влазит в эту совершенно какую-то безумную авантюру с использованием оружия против мирных граждан, и поводы абсолютно нелогические и надуманные. И да, вот сейчас город Киев и город Харьков, они опять становятся городами-героями, как это уже было много лет назад, в середине 20 века, когда украинские города тоже подвергались атакам и нападениям фашистской Германии. Вот сейчас история повторяется. Через многие годы, через десятилетия, снова эти города становятся жертвами и сдерживают полчища врагов. Мы сейчас посмотрим видео номер 2, как выглядят окраины Харькова. Это вы видели окраины Харькова, но у нас есть и третье видео, на котором то, что внутри самого Харькова происходит. 1 марта начинается с того, что люди выгребают стекла из своих квартир и выбрасывают на улицу. Здрасте. Никого там не зацепило, все нормально? Хорошо.
Обратите внимание, друзья, что Харьков – это абсолютно русскоязычный город. Там 90-95% населения – это этнические русские. Даже вы видели на этом видео, женщина говорила на русском языке. Там все говорят на русском языке. Там нету фашистов, бендеровцев, которые есть только в голове у Путина, и которых вот сейчас бомбят системами залпового огня, град, крылатыми ракетами. Это жилые районы Харькова. У нас есть 4-е видео, на котором вы можете увидеть административный центр Харькова. Машина. Да? Да. То есть то, о чем я говорил. И на самом деле такая картинка сейчас наблюдается во многих местах Украины, особенно южная ее часть. Вот такие вот бомбардировки, обстрелы. И повторяю, что эти города опять получают титул городов-героев. Хотя, конечно, никому такого героизма не надо. И это просто ужасная драма. И да, я понимаю, что сейчас эти вот пропагандоны, все эти вот Скобеевы, Киселев, Соловьев, вот вся эта вот мразота, они сейчас будут придумывать объяснение. Они уже придумывают объяснение, что украинские войска спрятались в этих домах, и украинские же войска по ошибке по ним стреляют. Ну, русские войска же не могут стрелять. И по поводу спрятались в домах, это вообще, знаете, бред. Вспомните битву за Сталинград. Где прятались советские солдаты? Тоже между домов. Там из каждого окна стреляли по фашистам. Каждый дом это был бастион обороны против врагов. И сейчас происходит совершенно то же самое. Вся Украина абсолютно, и русские, и я это знаю достоверно, потому что у меня есть там родственники по линии жены, которые это русские родственники в востоке Украины, которые тоже не рады Путину и не хотят того, чтобы к ним приходил этот русский мир в виде систем залпового огня и крылатых ракет. Собственно, знаете, такое ощущение, что Путин просто озверел, потому что вот его ненависть к Украине, она и раньше была на каких-то иррациональных чувствах основана, значит, такое ощущение, что это какая-то личная обида, вот, что украинцы пели про него всем известную песенку про то, кто такой Путин, и потому что они свободные, потому что они не дают никакой власти на себе кататься, они свергают любую власть, которая пытается на них ездить, и это, конечно, его страшно бесило, и да, и сейчас... Сейчас он просто вообще просто в каком-то неадеквате, потому что сейчас они посягнули еще на больше. Они разрушают главную скрепу. Государствообразующий миф России о том, что Россия – это армия-победитель, которая легко может справиться с любыми врагами. То есть они же всегда говорили, мы с Америкой справимся, мы с Европой справимся. А вот тут Украина, которая меньше, которая слабее и которая, по идее, должна была пасть за несколько дней, оказалось, что она сильней великой непобедимой армии. Мультики, которые нам всем, и в первую очередь, конечно, своим гражданам показывал Путин с летающими ракетами, как она там падает на Флориду, какие-то гипер-супер-звуковые. Мультики не умеют воевать, и вот поэтому мы видим то, что видим, что ничего у него особенно не получается. И выходит, что, знаете, армия Российской Федерации вернулась к тем царским еще постулатам, когда они воюют не умением, а числом. Просто забросать трупами врагов. И да, мы видели у нас на канале, вы можете посмотреть, вчера я выкладывал видео, позавчера, о том, что там срочники, дети, которым 99-й год, 2000-й, 2001-й, 2002-й даже год, которых просто погнали туда на убой. Представляете, это люди, которые, они только попали в армию, они ничего в жизни своей не видели, они не держали в жизни в руках оружие. Ну, может быть, у них прошли пару учений специально перед этим вторжением. Им противостоит украинская армия, которая за эти 8 лет, они все полностью прошли по несколько раз через горячую точку АТО. Они все знают, что такое смотреть, когда тебе в лицо смотрит враг, который в тебя стреляет. Они все готовы убивать. Для них не проблема убить того, кто пришел к ним на землю и угрожает их безопасности. И вот Путин бросил этих своих детей, не своих, конечно, его как раз дети в порядке, а детей России бросил в эту мясорубку, и сейчас они там тысячами гибнут. Вот по данным на это утро уже более 6 тысяч российских солдат погибли. Кого-то вывозят в Беларусь, кого-то просто Россия не хочет забирать. Красный Крест пытается передать туда, но Россия говорит, у нас нет потерь, это не наши трупы. А интернет забит видео с этими разорванными телами. И
даже непонятно вообще, вернутся ли они хотя бы в таком виде, чтобы их родители могли хотя бы похоронить. То есть, судя по всему, не будет даже этого. Ну и запустили уже, помимо всякого оружия против мирных людей, запустили туда и наемников. Уже воюют эти вагнеровцы, частная армия друзей Путина. Тоже уже есть в Украине. И вот у нас есть по этому поводу пятое видео, на котором пленный из этой частной армии. Давайте посмотрим. А здесь просто... Сколько в Сирии платят денег за месяц боевых действий? $60 в день. Сколько ты там был? 5 месяцев, да? 5 месяцев. Сколько домой привез денег? Оно все на карту домой пересылалось. Ну, что ты, но все равно не подбивал потом денег? Сколько заработал? Ну, около 800. А здесь, в Украине, сколько тебе платят? 2% полевых. Какой оклад у тебя? 56. Деньги приведи. 56 тысяч рублей. Это в месяц твой оклад, как командир отделения. Плюс за то, что ты находишься не у себя в расположении, в ЗПК или здесь, в Украине. Сколько доплачивают? Полевые 2%. Полевые еще 2%. За сутки? От оклада 2% в сутки. 56 тысяч. Нет, не от 56, от оклада, по должности, по званию. То есть еще нет. Оклад по должности, по званию, у меня где-то 22, 23. Заработал деньги? Нет. На нашей крови заработал, да? Какие у тебя ранения? Перелом ноги. Так. Ну, 5 пулевых с ног достали, 4 осколка. То есть левая нога совсем не работает вниз. Вообще. Все остальное нормально, да? Да, и правая сломана. Жить будешь? Так? Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Конечно. Путин кто? Путин хуйло или не хуйло, скажи мне прямо. Хуйло. Не слышу. Хуйло. Ты уверен в этом? Я уверен в этом. В Украине есть нацисты? Нет. Я говорю, наоборот, отнеслись по-человечески. И будут относиться. Ты... Сейчас я на эмоциях, но у тебя никто пальцем не ударит, и к тебе будут относиться по-человечески. Это я тебе гарантирую. Ну просто пойми, что Путин хуйло. Я понимаю. Вчера даже, когда нас взяли, парни по-человечески отнеслись. Да, вот такая вот ситуация. И тут надо понимать еще очень важный аспект, вот почему Украина так держится. Не только потому, что, конечно, там просто зашкаливающий патриотизм. Этот патриотизм воспитывался там десятилетиями. И не потому, что им оказали поддержку в виде оружия, а просто они чувствуют за собой всю цивилизацию. То есть сегодня Украина стала, знаете, таким маленьким форпостом, которым цивилизация защищается от антицивилизации. Поэтому все готовы ей помочь, потому что понимают, что если пойдет форпост, значит, антицивилизация пойдет дальше. Молдова, кстати, на первом шагу после Украины. То есть мы будем сразу автоматически, мы говорили об этом вчера, что статья, которая была слита в официальные российские СМИ, которую они опубликовали, а потом быстренько стерли, потому что ситуация не соответствовала действительности, в ней говорилось о том, какой Путин красавчик, собиратель нового Советского Союза, и да, но пока у него не получается ничего собрать. И здесь, знаете, вот происходят такие интересные вещи, которые просто беспрецедентные. Потому что, да, как бы морально поддерживали Украину многие страны еще в начале конфликта, в 2014 году, когда Россия только вторглась на Донбасс. Но были страны, которые всегда нейтральны. То есть Швейцария, страна, которая даже во время Второй мировой войны, когда, ну, вообще все абсолютно нормальные люди были против Германии, Швейцария сохраняла нейтралитет. Сейчас произошла абсолютно немыслимая вещь. Швейцария поддерживает мировые санкции против России. Это просто что-то, понимаете, вот кто понимает, что такое мировая политика, как устроены геополитические процессы, это просто, знаете, это взрыв атомный. Вот Швейцария заняла какое-то положение против кого-то. Абсолютно всегда независимая Швейцария. И, кстати, Швеция и Финляндия, которые тоже всегда были независимыми, которые не лезли ни в какие блоки, ни в какие альянсы, они сейчас начали процесс обсуждения вступления в НАТО. То есть то, чего Путин боялся, что НАТО расширяется, он расширяет НАТО, как это не может сделать никто. Это вот его личная заслуга. И да, конечно, вот сегодня я подписан на множественные информационные агентства. Да, не сегодня, все эти дни просто буквально каждое второе сообщение касается какой-то новой санкции против России. Новая страна, новая санкция.
И они настолько всеобъемлющие, то есть через несколько месяцев в России не будет самолетов, потому что 90% самолетов в России — это лизинговые самолеты, которые будут просто отозваны владельцами иностранными, и Россия будет летать только на кукурузниках, потому что даже создать свой авиафлот она не сможет, потому что Тайвань, который производит 90% в мире полупроводников, уже ввел санкции против России. А чтобы вы понимали, это не только самолеты, полупроводники, вот оглянитесь вокруг себя, где вы сидите. Все, что вокруг вас, вся электроника, она вся использует полупроводники. Вот этого всего у России больше не будет. Да, будет «Жигуль», но без стеклоподъемника, без... Вот кто ездил на первой модели «Жигули», где просто эти вот там есть провода, там тумблером включили фары, выключили фары. Вот такие могут быть машины. То есть ничего современного больше быть не может. Закрываются по всему миру российские СМИ. РТ, «Спутник» и прочие. Финансовые санкции просто катастрофические. Это просто... Вот некоторые экономисты реально говорят, что это как будто на Россию сбросили экономическую атомную бомбу. Потому что разрушение в финансовом секторе, даже, наверное, больше, это серия бомбардировок атомных. Эти последствия, они сейчас многие даже примерно не понимают, что произойдет с Россией в течение этого года. Послушайте, что говорят разные экономисты. Сейчас я не буду, потому что длинные лекции. Это просто у нас не хочется занимать нашу передачу чужими рассуждениями. Они все есть на Ютубе. Поищите, что люди говорят. Это реально просто... Это катастрофа для русского народа, то, что сейчас с ними произойдет. За что они должны, конечно, сказать огромное спасибо Владимиру Владимировичу. Доходит до того, и вот это будет последняя санкция. Если сейчас пойдет эта волна, эта катастрофа будет не через год, а сейчас. Идет речь о том, что мировые державы, все крупные страны, потребители нефтепродуктов, хотят отказаться. Канада уже первая. Если откажется Евросоюз, США и другие, то, по сути, государственный бюджет России формируется из продажи нефти и газа. Без этого, да, цены взлетят. Да, это ударит по европейской, американским и другим экономикам. Но чтобы вы понимали, все санкции, которые до сих пор вводятся, они все бьют и по ним. Люди понимают, на что они идут. Они понимают, что если они сейчас не остановят Путина, то потом по ним будет уже бить не санкции, а его ракеты. Поэтому они готовы к этому, к тому, что придется платить больше за газ, за бензин, за все остальное. Хотя я думаю, что к лету они найдут возможность стабилизировать с помощью арабских стран, увеличат объемы добычи, в крайнем случае помогут им технологиями для новых разработок, потому что есть еще запасы, большие запасы нефти, неразработанные. Поэтому вопрос потихоньку будет решаться. Но Россия будет просто территория, по которой будут бродить голодные, оборванные люди, у которых ничего не будет. В 90-е годы, на самом деле, примерно это уже было, мы это проходили. Но тогда был колоссальный запас прочности, оставленный Советским Союзом. Эти гигантские заводы, станки, то есть все как бы было. И это разворовывалось еще 10-15 лет, и за счет этого страна могла жить. Сейчас уже все разворовано, уже разворовывать нечего. Спасибо, опять-таки, друзьям Владимира Владимировича, всем этим там Сечиным, Рогозиным, прекрасным этим людям, которые воровали столько, сколько могли, отъедали свои ряхи, и в итоге сейчас там воровать нечего. То есть, если введут вот эти санкции, о которых я говорю, останется кушать, я не знаю, шишки, елки, кошек и так далее. И что, знаете, интересно, вот на фоне того... объединение всего мира в санкциях против России к тому, что они вот так готовы жестко отвечать. Вот интересно, наши драгоценные молдавские власти, они заявили, что они не присоединяются к мировому сообществу. Они не будут участвовать в санкциях против России. Это, знаете, это вообще так интересно. Вот какого-то хера до всего этого, когда от нас, в общем-то, никто особенно ничего не просил. Наши вот действующие власти, они так себя позиционировали, как, ну, скорее, антироссийскими. Из-за этого мы получили вот эту охренительную цену на газ, и все это вот, и запрет наших товаров, поставку в Россию, и нелюбовь Путина. Сейчас, когда, наоборот, все человечество выступает против России, то наши выбрали, как обычно, свой уникальный путь. Мы всегда идем каким-то своим путем, в каком-то другом строю, куда-то в другую сторону маршируем и поплыли, как всегда, не туда. Мы не участвуем в этих санкциях. И на этом фоне, вот, кстати, в Грузии была такая же история, в Киргизии. Зеленский
отозвал оттуда сейчас послов для консультации, и нам это может кое-чем грозить. Я вам сейчас скажу, чем это нам может реально физически грозить, но сначала я смотрю, что, ребята, давайте делитесь этим видео, потому что это должны увидеть многие люди, это очень важная информация, и тоже ставьте лайки, чтобы алгоритм YouTube, алгоритм Facebook видел, что эти видео смотрят люди, интересуются, и что они подхватили. Поэтому давайте поддержите нас своими лайками и своими репостами. Так вот, чем это может помешать Молдове? Дело в том, что Украина подала заявку о вступлении в Евросоюз. Уже подала, и она принята Евросоюзом. То есть Евросоюз, чтобы вы понимали, не принимает. Вот если мы захотим сейчас подать эту заявку, она будет просто не принята. Скажут, и нам уже говорили не раз, ребята, вам рано, подождите. Евросоюз принял эту заявку. Почему? Процитирую то, что, что сказала вчера глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза хотят видеть Украину в Евросоюзе. Украина – одна из нас. То есть вероятность того, что Украина сейчас будет принята в Евросоюз, колоссальная. И я отвечу скептикам. Дело в том, что в 2014 году, до того, как началась аннексия Крыма и вторжение в Донбасс, Украине говорили прямым текстом: ребята, у вас нет, к сожалению, шансов на то, чтобы получить евроассоциацию и на то, чтобы получить безвизовый режим с Европой. Может быть, лет через 10-15. Пока извините. Когда началось вторжение и началась аннексия, Украина через год получила и евроассоциацию, и безвизовый режим с Европой. Сейчас Путин делает второй раз помощь Украине, он ее просто впихивает в Европейский Союз. Я думаю, что вероятность, ну, это просто сейчас огромная, больше 90%, что она будет, тем более, что уже были предварительные заявления уже более 10 стран Евросоюза, которые сказали, что они согласны с тем, чтобы Украина стала частью Европейского Союза. Что это даст Украине? Это даст то, что это будет колоссальная мотивация для украинцев, потому что для них сейчас будет выбор. Вы хотите жить в путинской России, то есть на оккупированной Украине, где вас будут гасить менты, будут ездить по улицам автозаки, где вам будут в задницу сувать полицейские дубинки, если вы посмеете что-то сказать против великого и прекрасного ПУ, или вы хотите жить в Европейском Союзе, где минимальные пенсии, минимальные зарплаты – это 1000 евро, там, ну, где в каких странах по-разному, где все условия для жизни, где отличная медицина, где вы защищены всей мощью Европейского Союза. Я думаю, что... Ну, ответ тут как бы даже, ну, даже ребенка спроси, он выберет то, что выберет любой нормальный человек. А чем это грозит для Молдовы, то, что мы сейчас поплыли против течения? Тем, что у нас будет с одной стороны Европа, Украина, с другой стороны Европа, Румыния. И в середине, вот в этой вот, вот между этими ягодицами, будем мы в том месте, где мы находимся все наши последние десятилетия. И где, судя по всему, приличной части нашего населения очень нравится. У них прямо вот такое, да, классно, наше место, родное, напоминает нам родину нашу, Советский Союз. И да, при этом вот мы сейчас опять наступаем на наши любимые драгоценные грабли. И здесь я также хочу затронуть тоже очень интересную тему, как себя ведут сейчас пророссийские пропагандисты, пророссийские силы у нас в Молдове. Они сейчас разделились на три такие, знаете, колонны. Одни, и это большинство, они просто заткнулись, они молчат, они выжидают, что будет дальше. То есть будет ли великая и сокрушительная победа величайшего стратега всех времен и народов, наисветлейшего, богоизбраннейшего Владимира Владимировича Путина? Или он обломает зубы об Украину и начнет сыпаться Россия, их лишат полностью и навсегда финансирования, и более того, к ним возникнут тогда вопросы. И со стороны украинцев, которые все видели и все помнят, кто против них работал все эти годы, и со стороны местных властей, потому что там с финансами там все очень-очень запутано, как говорится, в некоторых статусах. Поэтому они молчат, ждут, что будет дальше. Вторая часть, это которые чуть поумнее, чем те, которые молчат, они активно за мир. Мы за мир во всем мире. Они помогают беженцам, они репостят репостики, смайлики, поможем беженцам, соберем для них немножко гречки, немножко там поддержим деток игрушками. Как будто мы все забыли, чем вы занимались все эти годы. Как вы разжигали вот все то, что сейчас происходит. Как вы говорили о том, что Молдова – это недогосударство, как говорят те, кто говорили это в Украине, что Путин, приди, спаси наше недогосударство, наше 404. Вы же это делали то же самое, и это никто не забыл. И ваша сейчас эти вот помощь беженцам, ну да, может быть, это вот настолько снижает вашу вот такую огромную вину за то, что вот ситуация в нашем регионе дошла до такого
какой она есть. Ну и третье, это самое, конечно, отмороженное, они продолжают идти ва-банк, они сейчас топят конкретно за Путина. Молодец, красавчик, давай долбани по Кишиневу атомной бомбой, мы ее встретим с цветочками. Ну, эти люди уже как бы понимают, что им будет плохо при любом абсолютно раскладе, поэтому как бы, ну, им уже терять нечего, поэтому они уже идут до конца. Ну, а в России в это время надвигается паника, мы видим сейчас по всем российским социальным сетям, что там просто истерика у людей, потому что они не могут снимать деньги в банках. Они понимают, что если человек вчера, его зарплата была, допустим, $400 там, или $500, то, в общем-то, это не такая большая зарплата. $400-500 это даже по молдавским меркам средняя зарплата. Но в России тоже такие зарплаты в последнее время. Так вот сейчас, после падения рубля, это будет $200, это будет $150, это будет $100. Что можно купить на $100, учитывая, что тем более и техника к ним уже поставляться не будет. Машины, почти все уже крупные производители сказали, что они не будут поставлять свои автомобили в Россию, сворачивают те производственные линии автомобильные, которые до сих пор существуют в России, потому что там производятся многие автомобили известные, Toyota, BMW и прочие, они закрываются. Сейчас этого всего не будут. Вот эти вот санкции, то есть русский народ начал что-то замечать, что вот эта вот гигантская, громадных размеров, с 1/6 части света жопа, она медленно опускается на них. Они ее уже видят в небе. Пока еще не все понимают, пока еще верят, что, может быть, как-то пронесет, может быть, мы как-то выкрутимся. Россия же всегда выстаивала в любых трудностях. Да, может быть, вы выживете, наверняка выживете. Дай бог, чтобы вы выжили. Но можно жить как нормальный человек, как живут люди в Европе. А можно жить, как вот предки завещали, жуя кору березы, там, ходя в лаптях и ездя на «Жигулях». Это немножко две разные жизни. И да, если в селах российских люди, в общем-то, у них они примерно так и живут сейчас, то в городах нет, особенно в Москве. В Москве вообще нет. В Москве живут уровень жизни, как в Европе. Там уровень жизни был очень богатый. Но сейчас они увидят немножко другую, совершенно другую реальность. Но пока вот есть новые данные ВЦИОМ, известное агентство российское, провластное или государственное даже, они дают информацию, что 68% россиян поддерживают спецоперацию. Правильно все Путин делает. Красавчик, молодец, бомби Украину. Поэтому как бы вот, ну непонятно тогда, кого жалеть. Вот то, что сейчас Россия будет просто рассыпаться, потому что Россия платит Чечне 360 миллиардов в год, то есть по 1 миллиарду в день. На эти деньги Кадыров покупает лояльность всех тейпов, всех бывших боевиков, они сейчас все на него работают. Как только Россия не сможет выплатить эти 360 миллиардов, а это данные официальные, можете найти, их озвучивает сам Кадыров своим ртом. Вот как только этот рот поймет, что в него не засовывают больше 360 миллиардов, все эти вчерашние боевики, которые сегодня они все полковники ФСБ, они съедят эти погоны и уйдут обратно в лес по дороге скушав Кадырова. И дальше они пойдут в Москву. И это не один случай. Также якуты спросят, зачем начальника забираешь наши алмазы? Мы хотим сами их продавать. И многие другие регионы поймут, что, в общем-то, не нужны им такие начальники, которые просто довели страну до ручки, до абсолютной катастрофы. Но, с другой стороны, вот для тех 68%, которые «Вау, молодец!» Вот для них сбывается мечта. Вы возвращаетесь в СССР даже в более худшем виде, потому что в СССР не было так плохо, на самом деле, как будет сейчас в России. У СССР был запас прочности, он строился десятилетиями. У них была какая-то автономность, они могли жить без остального мира. Да, все мечтали о югославской обуви, о каких-то там, не знаю, польских приемниках, еще о чем-то. А верхом мечты это были какие-то иностранные шмотки, потому что все мы помним, что были там за шмотки в СССР. Но, тем не менее, была автономность. Сейчас этого нет. Вот сейчас пропадет все иностранное, и купить новое не получится. Во-первых, не продадут. Во-вторых, даже если кто-то и продает, как вы перечислите им деньги, не имея системы SWIFT? Вот такая история. Значит, и последнее, что я хотел сказать. На самом деле ситуация по-прежнему очень тяжелая. В направлении украинской столицы идут гигантские колонны танков. Там идут постоянно на окраинах бои. Каждый день мы видим десятки видео сожженной колонны техники. Там по 200 БТРов, по 50 БТРов. Горы трупов. Украина защищается, обороняется. Но знаете, здесь какой есть очень интересный момент. Дело в том, что в войне очень важный ресурс. Вот у кого есть ресурс, у кого
Нет. У Украины сейчас ресурс, практически это ресурс всего мира. Им помощь приходит нон-стоп. Постоянно, каждый день приезжает новое оружие из европейских стран. Сейчас произошла очень интересная фигня, им поставят самолеты. Европа уже дала добро, им поставят новейшие боевые самолеты, которые могут тягаться с самыми современными российскими самолетами. Хотя Украина и без этого пока справлялась. Но, если честно, Россия пока не задействовала всю свою стратегическую авиацию, бомбардировки, потому что это будет Харьков, вот то, что мы видели в начале этого видео, разрушение, будет в масштабах всей Украины. Вот чтобы противостоять этому, Украина сейчас получит самолеты. Им поставляют патроны, им поставляют деньги, у них приходит практически все, что надо для долгосрочной войны. У России ситуация противоположная. Их запасы, наоборот, исчерпываются. Сегодня я видел видео, где у разбитой колонны подняли их эти припасы питательные, пайки. Они 15-го, просроченные, с 15-го года. 7 лет этим продуктовым пайкам. Они лежали где-то на российских складах, выдали солдатам. Кушайте, уважаемые. Они даже с червячками немножко вкуснее, там как бы более мясные. И вот запасы кончаются, крылатые ракеты уже по данным иностранных разведок выпущено более 2/3, то есть остается 1/3. Топливо тоже заканчивается, потому что колонны с топливом уничтожаются в первую очередь украинскими службами авиации, как правильно сказать, байрактары, которые поставили турки, вот эти вот беспилотники, вооруженные беспилотники, которые, видео, интернет завален, каждый день, каждый час уничтожаются колонны, да и с живой техникой, но и с живой силой, и с техникой боевой, но и с цистернами, в первую очередь цистернами бензина, поэтому просто танки стоят, им их нечем заправлять. Ну и плюс, вчера было объявлено о том, что прибывают в Украину легионы иностранных добровольцев. Это люди, которые кто-то воевал во французском легионе, кто-то воевал в горячих других точках по всему миру, которых они сейчас присоединяются к Украине, добровольцы, именно специалисты по войне, которые тоже, вот эти вот дети, которых Путин посылает, в общем-то, нельзя их сравнивать с этими. Это серьезные, очень взрослые мужчины, которые видели в своей жизни все и которые сейчас едут в Украину массово помогать, защищать ее от агрессии. Вот такая вот ситуация. Очень тяжелая, повторяю, ситуация, очень драматическая. Конечно, в следующие дни Путин будет и дальше развивать вот эту тему, которую Кадыров 2 дня назад сказал, что хватит там церемониться, пора мочить, бомбить. Они будут бомбить, они будут мочить, но что им это даст? Ну, возьмут, может быть, уничтожив несколько городов полностью, стерев их с лица земли, будут считать, что они их взяли. В Сирии были такие случаи, когда город просто от него ничего не оставалось. Говорили, мы его взяли. Что вы взяли? Развалины? Будете там денацификацию проводить? Кто будет в этом городе за вас потом? Вот такая вот тяжелая ситуация. Ребята, давайте подписывайтесь все на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. Мы теперь будем в каждый день выходить вот с такими лайвами, будем добавлять много свежей информации, все видео, все, что происходит. Наверное, напишите вообще, в какое время лучше всего, как вам кажется, более удобное время для прямой трансляции. Вот в это время, как сегодня, 16:30, либо в 19:00, чтобы мы сориентировались, как подстроились под ваше удобство, чтобы вы могли смотреть нас тогда, когда вам удобно. Ну вот это, в общем-то, все, что я вам хотел рассказать. Всего вам доброго. Пока.